Либерецкие студенты тоже отметили День городского округа. На торжественном поздравлении от учащихся Гагаринского техникума побывал наш корреспондент Александр Колганов. Люберцам 397 лет. День городского округа празднуют все. Постоянные участники таких торжеств – студенты Гагаринского техникума. Ребят, что вы приготовили на этот раз? Песню! Ты с нами, значит, ты один за всем. Моей прекрасной юности за всех. Поздравляю свой любимый город Люберцы с праздником, с годовщиной. Желаю мира, процветания, любви и чтобы мы все любили друг друга. Люберцы с праздником! Ты нас зовешь вершины покорить, ты учишь нас правдиво, честно жить. Мы рады, что мы живем в городском округе Люберцы. Наши студенты, мне кажется, самые замечательные студенты Подмосковья. Всегда стараемся держать планку и прославлять наши Люберцы на уровне Московской области и всей России. Я хотел бы всех вас поздравить с нашим общим днем рождения. Люберцы – замечательный, красивый город. Я оцениваю, что один из лучших на просторах Московской области и России. Мы – столичный регион. А в этом столичном регионе под названием Люберцы есть лучший техникум России, а возможно мира. Ты нас зовешь вершины покорить, ты учишь нас правдиво, честно жить. Ты с нами, значит, ты один на всех. Поздравляю город, желаю, чтобы он расцветал и преобразовывался, становился лучше. Желаю Люберецкому городскому округу становиться с каждым годом все красивее, чище и прекраснее. С днем рождения, Люберцы! Ура! Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.